Для проведения митинга достаточно будет отправить уведомление властям. Такое правило прописано в новом проекте закона о мирных собраниях. По словам министра информации и общественного развития Даурена Абаева, это большой шаг к либерализации власти. В документе намерены закрепить права и обязанности организаторов, участников и журналистов. В действующем законе, принятом в 1995 году, подобного не было. Будет четкая градация: пикеты, собрания, демонстрация, шествия и митинги. Соответственно, есть и правила проведения собраний. Места для проведения митингов тоже будут прописаны в документе. Выступая перед представителями дипмиссии и международными организациями, Даурен Абаев напомнил, что прежде чем разрабатывать законопроект, в ведомстве внимательно изучили международный опыт. Практически во всех регионах провели слушания и соцопросы. Таким вот, что должен разрабатываться, как и вот нам очень нравится, как все это происходит. Живые дискуссии, очень даже, в разных местах, на разных уровнях. И вот я надеюсь, это приведет к тому, что вот очень хороший будет новый закон. ОБСЕ готов внести свою лепту в этот процесс. Наша организация готова вот к этому анализу вот законопроекта. И ждем, когда будет поступать такая просьба. В новом законе о митингах убрали запрет на участие в них несовершеннолетних. По словам главы Мининформации, эта норма противоречит Конвенции о правах ребенка. Подростки тоже имеют право на свободу мирных собраний. Но если несовершеннолетний нарушил правила участия в митингах, то ответственность будут нести родители. В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена и ответственность за вовлечение детей в совершение административных правонарушений. По словам представителей международных организаций, в новом законе четко видна позиция слышащего государства. 73% граждан Казахстана хотят, чтобы проведение митингов было согласовано с властями Казахстана. Мы будем предлагать только уведомительный порядок проведения мирных собраний. Более того, мы должны учитывать мнение тех граждан Казахстана, которые не хотят выходить на митинги и не хотят, чтобы их беспокоили определенные там шумы.